Что там, а? Собачки? Ну, стой. Пойдем так знакомиться. Давай, давай. Щеглы залетаем. Ну что, ему еще 4 месяца. А, 4, да? 50. Какой классный тигровенький. А, у нас давай такой же окрас у этой. Видели, да, видео? Ну, я много, да, видео смотрю. Холли, Холли. Вот такого окрас, по-моему. То, что темно-тигровый. А, да, мы, помнишь, мы смотрели, спрашивал тогда, говорит, надо будет узнать, что это не нужно. Там девушка была. Крикун. А как его звать? Сэм. Это два Сэма. А, тоже Сэм? Да. Вот так встреча. Два Сэма. Тайсон. Тайсон, детский сад у нас. Детский сад. Вот, первый раз, да, видите вы Тайсона? Да. Ну, живой, как да. Он вам живой? Ну, по видео он кажется такой же. Худой на видео. Вот по видео, да, он кажется маленький, потому что у него вот здесь, а сейчас нет. Вот ребятня, да, Тайсон? Сэмик, а что у тебя одно ухо-то прилеплено, а второе где? Второе стоит. А, второе стоит уже? Оно и стояло у него. А, Тайс, так это ты же с Сэмом тут раз игрался, Тайс, да? Сэмик? Да, у вас на видео есть, я и вспомнил, что это Сэм. За что, говорит, тоже Сэм, говорит, значит, говорю, да, тут просто есть этот Тайлер, он так с ним не играется, как с Сэмом почему-то. А про коробку, про ту я говорил. Какая? Вот, синий вот этот. Сажали. Я как... Сажали Тайсона просто, и это... Ты здорово. Убежит он с места или нет? Промирает. Я понял сразу. Сэмик, по-моему, тебе коротковато ушко подрезали-то, а? Сэмик. Да нет, или папке кажется. Наверное, они у тебя, когда встанут, будут смотреться нормально. А цвет у него вообще какой-то такой тигровенький, ярко выраженный. Классно. Блин, как же хочу ребятенка себе еще одного, а? Тайсон, когда же мы тебе заведем-то щегла маленького? Так мне не хватает вот этого, игр вот этих вот, щенячьих. Он решил, что нам это, дверь входную надо поменять, но так как вы, говорит, Не решитесь, так, да, говорит, не решитесь. Я вам, говорит, помогу, он нам кусок дерматина выдрал оттуда, вот пришлось. А линолеум ничего так не попало? Нет, линолеум вроде нет. У меня тазик спец по линолеуму. Два раза, правда, и все. Ну, скажи, мне два раза хватило, чтобы в комнате весь линолеум разорвать. У него такая голова большая. Ну, это не такая, да. Кочерышка выросла. Что? Да, Танюсик? Сэм, апу. Сэм. А, у нас еще здесь один же боксер. Вы видели? Это рыжий такой был. Девочка. А, маленький тоже щенок был, да? По-моему, 6 месяцев. Ну да, ну щенок, ну тоже. Они, по-моему, со сходнишь приводят. Вот, да. Тайс, смотри, как он снимает.
А вы в Москве, да, живете? Нет, в Клину. В Клину? А что это такое? Ну, это в сторону Твери. Ну, я понял, а вы как? С Клина прям сейчас? Ну, да, я же вам написал. Что... Прям с Клина сюда? Да, специально приехал, чтобы погулять. Вы же, по-моему, писали, что это... В Москве. Нет, с Клином. Нет, кто-то мне другой, значит, писал. Кто-то еще хотел встретиться просто. А-а-а. И тоже Амстаф у него, по-моему. А, у него Амстаф. А, все, у него Амстаф, а у вас боксер. Да, поэтому я... Они говорят, что мы в Москве и хотим тоже приехать. Поэтому я вот их ждал тоже. Не, а мы с Клином, у нас вот выходной совпал. И так, ну нормально дорога. Ну да. Нормально. Ай, Сэмик, да ты с Клина к Тайсону приехал, какой молодец. Ну, такой маленький ты что-то. Ну, 4 месяца, а что хотел сказать? Ничего, годик пройдет и Тайсон будет менять. Большой Тайсон, ты тоже хочешь попрыгать? Тайсон, ну дай ты малышу-то поиграть. Игрушка-то не твоя. А этот сам не играет, а вечно ляжет вот так, лапу положит. Да, Тайсон? Моя, да. Все, моя игрушка. Не хочу я, скажу, с вами бегать, малыши. Что? Давай скажи, старикашка, ну давай побегай с нами. Ну тебе что, совсем что ли? Вот он что-то мне это... Сегодня вот прихрамывать стал. Очень долго гуляли, мы их 3 часа вернулись с прогулки утром. А поэтому он еще даже не успел отдохнуть. Все, смотрю, что-то прихрамывает. Бедолага ты мой. Ай, ты сэмик. Да ты любитель попрыгать, да? Много, да, ребятни у нас стало. Класс. Сэм, забирай пока Тайсон, щелкай. Тайсон. Хомяк. У него тоже такие черные кольца, да? Тайсон? Да, вот такой. Кедровый. Иди я тебе по жонку, ты 100 лет боксеров маленьких не трогал. Да, Сэм? Иди сюда. Сэм, иди сюда. Да вы же 2 Сэма. Вот, Тайс, блин, да ты тоже такой малышом был-то. Да вот боксеры, они такие, да, вас просто погладить нельзя. Они вот вечно вот так вот. Да? Да, давай, поиграйся со мной. Ну-ка, иди сюда. А ты и будешь кусаться? Так вы же одногодка, получается, да? Даже это старше. Чуть-чуть постарше. Сэмик, иди сюда. Тебя хотят? Ну да ладно. С тобой тоже поиграешься. Ты потяжелее-то будешь. Испугался? Иди сюда, Сэмик. Кто быстрее из вас отзовется Сэмика? Ну-ка, стоять. Дай посмотрю, кто подошку. Блин, Тайсон, скажи ему, что-то он не может посидеть пока. Обнюхай Тайсона, да. Все, теперь будешь знать Тайсона. Не линяет он? Линяет. Как Тайсон? Линяет. Ну да, чуть-чуть есть. А не меня он заботился. Это просто ну, когда не, я... Ну я понял, я проводил, да. Все, Тайс, прижал, да, малыша? Смотри, он тебе тоже не уступает. Морду положил свою. Смотри, как он все равно так поклоняется, да? Он постарше, он даже и не бегает. Всем. Сэм, я Сэм тоже. Нет, мы все Сэмы. Да. Обычно все Тайсоны, а тут Сэмы, что-то все. Сэм.
Большой, да? Ой! Ну вот он даже. Ой, что такое? Башка большая. А тес. А это мы любим. Да. Пожомка у нас. Все, что ли? А это лежит такой семик. А я следующий. Меня тоже же хочет. Блин, такая грудь у них большая, да, у боксеров? Глубокая, да? Тайсон, ты устал? А мы его с Курска ездили, он писал забирать. Нет такого окраса. Да, такого хотели? Да, да, именно. Ну, у меня у бабушки, у дедушки был такой. И кобель. Я бы сейчас взял бы рыжего здесь, чем так. Черную маску. Что-то нет. Не, есть, конечно, блин, дорогие что-то они. И кобель, и... Ну, темные такие. И суп у нас, да, был, этот. Я с детства. И вот дорос, говорю, хочу, и все. Ну, и классно. Так и надо, да, дорасти, а не так, мама, купи мне. А потом наигрался и все, отдают собаку. Сколько таких случаев было? У меня жена смотрит на видео, говорит, наш же, говорит, такой же, да, говорит, будет. Он же будет, когда он спокойно. А у него, это, да нет, то, что спокойно, да пускай лучше веселиться. Я вот сейчас скучаю по его озорному поведению. Сэм, ну куда ты полез, Сэм? Соль. Пойдем с Камалиану. Так, идите сюда. Я потом в туалет сходил. Пошли все сюда. Вот, польем сейчас, смотри. А родители у него крупные или как? Видели или не было? Ну, у нас фото только. А где вы брали сюда? Ну, там получается, они... мы брали у того мальчика, то есть они просто сука и кобель были. Они алиментные? Созвонились. Сынок, алиментный, что ли? Они ощенились, девушка, короче... Отец забрал двоих кобелей, вот таких, ну, именно завес, тигров. Завес, да, да, да. И мы вот... И мы уже брали у папы, не у мамы. У папы, да. Ну, да, значит, он это, алюминиевый щенок. Да, завеску, ну, взяли. Ну, мы видели, а фотографии мамы... Ну, а папашка? Сейчас папашку видели? Папашка, вот... Тоже по да, папашку живую вот видели. Такой, да. Да. Ну, такой же, где это? Нет. А уши купированы? Нет, тут вообще ни хвост, ничего не купировано было. Тоже тем тигровые? Да, они были в Германии, а в Германии по возрасту уже тогда, когда надо было делать, там нельзя оккупировать. А потом уже было поздно, и они оставились, и хвост, и уши. Мама, вот, ну и уши испортили. Уши, и что-то, да, сушать проблем, неправильно что-то сделали. А папа нет? Нет, должно быть сейчас. А, она мне присылала ВКонтакте сейчас. Они все с Клина, да? И мама, и папа? Да. Не, мама, папа с Курска. С Курска. А, да, вот с Курска. Вот он, папа. А, да, цвет для моего папа. На 7. Да, 7. Родители у тебя оба одинаковые, темно тигровые. Я тоже, ну, вот у кого покупали. Ты вот, большой собак. Мы с ним, ну, я присылаю частенько, видел фото, как он растет. Говорю, вот, говорю, на днях, говорит, там соберемся, говорю, к Тайсону поедем. Ой, да, да. Тайсон? А? А они тоже, да. Ой, говорит, да, да, знаю, говорит, мы на YouTube канале, говорит, смотрим, говорит, тоже, говорит, ну, это. Говорит, как съездите, говорит, там это, напишите, а, говорит, мы выпуск. А вы это, фотки не пришли, или потом не видео. Да, да, он говорит, мы выпуск, говорит, с ним посмотрим, говорит, как съездите. Они такие теплые. Ага, они так, такие теплые. Я всегда греюсь от Тайсона, когда мне холодно. На улице, на лавочке вот недавно мы сидели.
холодно, блин. Сейчас на меня навалился так, и рядышком со мной съел. Мне так тепло сразу стало. А мы что-то с утра спонтанно просто выходной совпало, а собирались с ним по клинку гулять, а потом думаю, а давай, говорю, напишем, говорю, ну. А у меня и как раз сегодня выходной, потому что вчера я работал и завтра будет работать, а сегодня вот как раз. А, я думал, как раз, говорят, мало ли, говорит, получится, говорит, съесть я. А сверху игрушка. Тайсон. Тайсон. Иди сюда. А это его ошейник, что ли? Поводок. Мы маленько с поводками не дружим. Тайсон, это не твой поводок. Он же, он любит пожевать. Пожевать. Там что-то удачно заехали на парковку сюда. А, сразу нашли, да? Да, я, ну, прям подъехал, думал, говорю, вот это знакомое место. А потом дошли вот сюда, я голову поворачиваю, говорю, здесь коробка. Нифига себе, говорю. Что, Эмиш, а ты отбери у него дикнички. Ой, кто-то сегодня спать будет. Да, храпеть. Он как, в багажнике или на заднем сиденье? Не, я сиденье сложу, и постелил ему так. Нормально, там лег и спит, да? Он как царь ехал. И окошко ему открыли. И ты хороший. Все хорошие, да? Всеми. Амстаки. Опа, опа, пока мамка не видит, надо вспомнить. Что-то да. Опять, да? Сэм, это что такое? Крум-крум-крум. А? Сухарики, наверное. Молодец, Сэм. Прыгай давай. Прыгать хорошо. Все, домой? Ага, до свидания. Да, Тая, скажи пока-пока. О, игрушку твою забрали. Твою. Такой неохотно, знаешь. Такой ты мой. А вы тоже заведите канал-то, снимайте. Да как-то фиг знает, времени нет особо. Да и я как-то не представляю. Не твое, да? Ну да, я как бы я задумывался как бы над этим, но что-то. Ну да, это надо любить, снимать, да. Фоткать. Цель летать. Давай, залазь, вперед. Вперед. Смотри. Ты не прыгай. Ну иди, пассажир, иди. Сэм. Не свалится он туда? Да нет, выплывет, свалится. Иди. Сэмик, давай залазь в Тайсон. Молодец, мой сладкий Тайсон. Боится. Ну вот здесь пониже, может здесь запрыгнуть. Пойдем, мы. Сэма. Пока сам не понимает, что хочет. Тайсон. О, смотри, Тайсон все дела знает. Иди. Он же не первый раз здесь гуляет. Сэмик, а там водичку попить можно? Не хочешь попить зелененькой водички? Или красненькой? Давай. Хочу, я скажу, хочу. Ну не могу. Стоп, не прыгай. Да, ты что, иногда не подскажу. Мне, говорит, не нравится. Я тоже боюсь, что ты прыгнешь. Лета нет. А, да, замерзнешь, холодно. Все, Тайсон провожает Сэмика.
Сэмик, ну-ка, помаши тазиковой ручкой. Вот он, я скажу, какой. Куда поедем, скажи, дальше по плану. Все, Тайс, скажи, приезжай к нам еще. Молодец, что приехал. Здоровья тебе. Не болей, самое главное, да? Тайс, сын, я бы тоже покатался с тобой, съездил бы куда-нибудь. Ну, смотри, он привык уже, мне хочется, он как-то уходил. Ну, они все понимают. Носами своими. Шмык, 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 шмык. А что за оплату? Прощаюсь. Ну ладно. Да, давайте, счастливо. Да. Пока-пока. Давайте, ну, давайте. Пока, Тайс. С Клина, ну, конечно, далековато, да, но вы молодцы. Слюни распустил даже Тайс. Смотри, у него какая слюна висит. 50 километров, что-то не так далеко. Ну, Тайс. Это куда? Еще не слюна, у нас только такие слюни бывают. Все. Пошли, Тайс. До свидания. Пока-пока.